Мы завершаем нашу рабочую поездку в Южную Осетию. Насыщенный день. Первая встреча с президентом Южной Осетии. Договоренности по разным проектам помощи детям. Договорились о создании центра подросткового. И, собственно, необходимость в этом подтвердила наши встречи с детьми. Когда они говорили о том, что нет возможности проведения интересного досуга. Нет мест, куда они могли бы пойти в свободное время. Да, поэтому понимаем, что это довольно актуально. В Южной Осетии я желаю мира, процветания и всего самого-самого доброго.